Синяя дверь! Мы у цели! Я никогда не привыкну ходить по потоку света. Дверь. Тут нет щели. Что? Это плохо. Снова колокола. Видно, рядом нарнирский сундук. Снова гном. Синдри? Сюда. Как ты опередил нас? Нам сказали, что наш путь единственный между этими мирами. Может, для вас единственный, а мы, гномы, умеем удивлять. Это не ответ. Верь в волшебство. Ведь когда накопишь столько знаний о магии, тебя уже ничего не будет удивлять. Где искать редкие материалы, как создавать из них вещи, поражающие воображение. Новичку это покажется магией. Сын, здесь еще один. Это великанша-волшебница. Ее зовут Гроа. У нее были видения. Один убил... Сюда. Иду. Мы внутри. Ну, конечно. Ого! Вот это впечатляет! Читай. От тьмы береги свет. Как-то плохо они его берегли. Huh?
вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Но для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Я рядом! Я готов! Что теперь? Свет уже рядом. Ищи, где войти. Сработало! Мосты появились! Иди за мной. Пути восстанавливаются. Кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Ты слышал? Будь готов. Держись рядом. Эй, а когда мы доберемся до света, как мы заставим его стать Беврёстом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышал? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Ответ! Тихо! Обошлось. Держись рядом со мной. Да я так и делаю. Фу, оно липкое. Инна! Ануна!
Еще один! Назад! Свет! Да, цель уже близка, но нужна осторожность. Ты понял? Вот, будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Понял. Стань за мной и прикрывай! Хорошо! Чата! Пустя! Хорошо, продолжай! Стреляй в них! Я расчищу нам путь! Выпускай стрелы быстрее! Тут... В узком пространстве толпа сама себе мешает! Не отвлекайся! Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Атрей. С ним. А он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен. А он не знает меня и, похоже, не хочет знать. Я сильный, я умный, я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. Он со мной не говорит, не учит меня ничему. Лучше бы это он умер, слышишь? Он, а не ты. Всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Если он попытается, я тоже. Но если нет, прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь. Мальчик, твой лук.
моей команде. Выпусти стрелу в камень. Сработало! Теперь... Идем. Лестница завалена. Вон там впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира. Зажгу кристалл, если скажешь, откуда стрелять. Пора возвращаться наверх.
Куда ты его несешь? Сын. Будешь везде его носить? Может быть. Смотри, синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Но как же я до нее доберусь? Ха! Может, не будем грабить священное место, а просто уйдем? Если я захочу узнать твое мнение, я спрошу. Лезь наверх, погляди. Я не доберусь до чаши отсюда. Не допрыгну. Подожди. Что мне еще остается? Теперь можешь достать до чаши. Что это значит? Семя. Запомни форму. Ну, ясное дело. Ну, давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупая загадка. И все-таки это дверь. Отлично. Снова этот рогатый. Что ему теперь-то нужно? Он меня бесит. Он еще вернется. Ага. А вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь? В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад.
Там полно сокровищ, которые... По разным мирам? Фафнир. Давай лучше. Это да. Ого. Пожалуйста. Давайте начнем. Советую действовать осторожно. Я был в этом хранилище больше века назад. И там уже развелось много всякой мерзости. А твой друг на нас не обидится? Нет, вовсе нет. Он умер. А, сочувствую. Не знаю, это рано или поздно. Ну вот, лодки нет. Она все еще на другом краю озера. Вернемся так же, как пришли, на подъемнике. Нам точно нужно туда спускаться. А ты знаешь другой путь? Нет. И? Но отсюда нет пути наверх. Я знаю. Отлично, теперь я ничего не вижу. Свет есть, привыкай. Его повыше, чтобы я видел, куда стреляют. Стреляй на слух. Учись. Как мы переберемся туда без кристалла? Найдем кристалл. Точно хочешь таскать его в руках? А что будет, если на нас нападут? Гляди в оба и молчи.
Может, пойдем уже? Стреляй, мальчик. Я знаю, что делать. Наконец-то. Можно использовать ту же чашу песка, что и в первый раз. Скорее бы выбраться. Нет, не может быть. Что он сказал? Что мы сделали роковую ошибку. Мы помогли не тем? Я... Дай угадаю. Ты с умным видом скажешь, что не надо было влезать? Довольно. Пойдем уже. Ты помнишь ответ? Да, да. Сын, прочти, сын, что написано. Ты говоришь со мной только если тебе что-то нужно. Тебе есть что сказать мне? Я говорю, ты обращаешься ко мне лишь когда я должен перевести что-то. Была бы тут мама! Была бы твоя мать жива, нас бы тут вообще не было. Атрей. Забудь. Ладно. Thank you.
Отлично! Волшебный замок. А
Ну? Она была там? Кто? Нет, ее не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый оплакивает ее по-своему. Прости меня. Свете, мне показалось, что прошло совсем немного времени. Если тебя это утешит. Я рад слышать. Правда. Ну, мы идем обратно в Мидгар? К черному дыханию? Или тут еще дела остались? Это вы? У вас были дела? Ты наблюдателен. Я всегда очень внимателен. Ты правда сделал его для мамы? О, этот топор я где хочешь узнаю. Одно из лучших наших творений. Усилен воплями 20-летней роли. А почему маме? Откуда ты ее знал? Она сама нас нашла. Она хотела защищать людей. Она захотела сделать, потому что она стремилась к добру. Она даже знала наш язык. Она говорила: Мазурин сэм Генгур. Эйген вегум ханс. Генгур айн. Точно, впечатляет. А ты в нее пошел, по глазам видно. Да. Спасибо, сын. Не трогай меня. Сын. Я рядом. Отец, я должен признаться, эти голоса в голове, ну, это не впервые. Когда мы встретили Брока, его зверюга предупредила меня, что за деревьями кто-то прячется. Она так сказала? Я просто чувствовал то, что чувствовала она, ее страх. Если повторится, скажешь мне, ясно? Обещаю. Свет у нас в Мидгард. Если думать о том, что миры существуют в одном и том же месте, можно сойти с ума. Мы путешествуем, не делая ни шага. Thank you.
чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слыхал уже, не знаю, в Зимсто, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в долгу. Поищите? Если это по пути. На, я все понял. Вы за даром и пальцем не пошевелите, да? Ладно. Если найдете Андвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Вот этот камень приведет вас в шахты. Ну, заходите. Вот диву ты в тишине. Решил чего? Другой раз. Ты помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию или побродим? Решай, мы уже видели эту статую Тора, когда уплыли из пещеры ведьмы. И где пещера? Полдень. Солнце вон там. Значит... Хорошо. Ну как? Ты стал лучше. Эти я тоже не знаю, но они отличаются от других. Смотри, эти шесты покрывает магия ведьмы. Это сбережет нам время. Круто! Когда будете на складе, прикрывайте друг друга. Я не хочу лишиться постоянных покупателей. Волки! Волки какие-то больные! Готово!
Отец, можно мне ее понести? Нет. Но... Я сказал нет. Ладно. Ты знаешь больше меня. Спасибо. Теперь осторожнее. Ошибка может стоить времени. Понял. Снова черное дыхание. Что делать? Проверим слабо ведьмы. Работает! Не соврала! Идем, закончим дело. Перелезем. Мама говорила, что великаны появились в Мидгардских горах, прежде чем исчезнуть. Исчезнуть? Да, они вроде как просто ушли, неизвестно почему. Может, вернулись домой? В Йотунхейм? Может. То лицо на горе — это, наверное, какой-то почитаемый великан. Рот, мы добрались! Черное дыхание. Вход же был там. А ты торопишься? Нет, обычно торопишься ты, а я всегда рад осмотреться. Помню историю о великане с головой оленя. Кто он? Ничего.